Всем привет, ребят, с вами я, Раймонд Бро, и сегодня мы снимаем паркуры в Читингане. У меня будет 3 паркура, потому что я даже забыл, какие паркуры. Ну и мы погнали с первым паркуром. Я вам сейчас это покажу, что за паркур. Паркур называется... Вот там стена маленькая сама, и я должен этой машиной пролезть. Ну, вот так. Сейчас я вам покажу это. И, ну, малый маленький разгон. Сейчас надо побольше сделать. Я еще с парнем. И так, у меня было 2 попытки, так что я это задание проиграл, и мы погнали дальше. Второй паркур называется «Автомобиль», и поскольку я должен застрелить и должна машина взорваться. Ну я сейчас это. Садимся. Так. О май гад. Она не... Ну да, как-то пониже. Ой. И 1, 2, 3. Ой. Опять не получилось. Раз, два, три. Так, поехали быстро. Ой, не успел. Короче. И еще один раз. Давайте попробуем. 1, 2, 3. Давай, быстро. Ты провалил это задание. Ну. Сейчас. Через некоторых попыток у меня получилось. Ну и самый последний паркур, это я вам сейчас покажу. Паркур называется, это надо вот так скрутиться, а потом стрельнуть в машину. И погнали. Сперва... Ну, у меня это получилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!